Вот я хочу поговорить о семейном сценарии. О семейном сценарии, который вложен в головы мужчин и женщин. Ну, начну, конечно, с мужчин. Не из-за того, что я мужчина, а из-за того, что часто у мужчин есть некий такой шовинизм, некие такие догмы в отношении семьи, что их хотят захватить, что их хотят использовать и так далее и тому подобное. Так вот, я вам скажу, дорогие мои соотечественники, мужчины, и я мужчина, для нас с вами брак – это та среда, в которой мы дольше проживем, лучше проживем, гармоничнее проживем. Только вот многие из нас, как говорится, сели за стол и ноги на стол. Посмотрите, как многие ухаживают за своей машиной, протирают ее, ТО делают, меняют резину, масло. А почему? Потому что не только они ее любят, а потому что она дает им возможность перемещаться. Да и безопасность от этого, да и в грязную машину неприлично садиться. А что вы делаете с родной женой? Я надеюсь, с той, которую вы любите. Да, вы вспомните, я не буду перечислять эти факты, а их много у меня, потому что приходят на консультацию и мужчины жалуются на жен, а чувствуется контекст, и женщины ругают мужчин. Там тоже есть свой контекст, и про женщин я скажу в другом ролике. Но часто пишут о том, что для мужчин брак – это доступный регулярный секс, дешевле, и эмоциональный по деньгам. Это приготовленные рубашки, брюки, обед и прочее, прочее. И некоторый такой контроль, что нельзя как мальчику рассупониться и хулиганить, как в детстве вы делали, пока не видит мама или учительница. Нет. Это присутствует. Это фактор гармоничных отношений. Но все начинается с нас. Вы чувствуете в себе потребность семьи. Быть ответственным за семью, за детей. Ведь когда вы ответственны за жену, за семью, за детей, вы чувствуете, что вы человек, мужчина. А часто бывают инфантильные мужчины, бывают деспоты, но часто мужчины думают, что семья – это некоторая фабрика, кухня, прачечная и сексуальные утехи. Нет. Прежде всего, помните такую поговорку, она банальна, но вы не задумывались никогда над нею. Это сына, дом, дерево. Это говорит о том, что мы, мужчины, состоялись. Вы когда работаете, вам хочется хорошего результата. А это наша миссия в этом мире. Более того, в семье мужчины живут дольше. Просто по годам дольше. Поэтому, друзья мои, задумайтесь, кому полезней семья, нам или женщинам, которая в семье испытывают больше нагрузок. И если она живет одна, бабушка-старушка, она дольше проживет, а в семье она проживет меньше, потому что больше усилий. Вы скажете, старушек много, мужиков мало. Да мужики сами себя губят. Это уже другая история. Поэтому, мужчины, вы должны понять, что семья для нас – это исполнение нашего мужского начала. Мы должны
уважать себя. А любимая женщина нам поможет состояться. И помните, женщина делает мужчину. И ради женщин мы и города берем, и в космос летаем.